Всем привет, вы на моем канале, а я как всегда в гараже. Но это видео будет происходить половина в гараже и половина на новом проекте моем. Ну как моем? Не моем. Ребята делают магазин, а я делаю лофт-проект. Погнали! Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. В общем, магазин будет в стиле лофт. Железо, дерево. Недорого, красиво, мощно. Получится? Не знаю. Да ладно, шучу. Короче, весь магазин обставили, отснял только кадры, а ничего не рассказал, как это все делается. Поэтому на примере вот этой маленькой полочки я вам все покажу и расскажу. Ну а теперь к полке. Конечно, нужно ее сделать на ножках. Ножки мы вот такие прикупили в Леруа. Ну и соответственно под нее покупаем гайку, вариваем в, грубо говоря, 20 на 20 профиль. Ее чуть-чуть подтачиваешь, и все, и входит. Идеально. И вот у вас нормально готовая ножка по уровню и по высоте. Ну, годно же, да? Как правильно все и выставить? Я использую такие углы, угольки. Вот так вот ставим. Все, и у вас получается угол. Но не всегда он получается идеальный. Поэтому лучше перепроверить. Когда вы все поставили, перепроверяем большим. Если у вас все хорошо, то у вас все хорошо. Ну и, конечно, при сварке электродуговой не надо сразу варить. Ставишь точки с одной стороны и сбоку, чтобы углы не расходились. И переворачиваем и потом варим. Не забываем проверять диагонали. Они должны у вас быть одинаковые. Дальше мы все это дело зачищаем. Зачищаю почему? Сразу же. Не делаю там несколько штук. Потому что она будет служить мне шаблоном. Вот так вот выставляем заново. Вторую часть выставляем. Шаблон, считай, есть. Все. И у вас уже почти все готово. Глаза! Сарк, легко ли быть молодым? Ну и вот, почти две стенки готовы. Сейчас мы что-нибудь ловский рисунок сюда накидаем. Кстати, что забыл сказать. Как жаль то, что от нас уходит Арсенал, и да и Монолит тоже, очень хорошие электроды. Ну, как сказали, в магазинах так во всех говорят, то, что сейчас их не будет. А на самом деле, не знаю, какой аналог лучше. Ребят, кто чем пробовал варить, пишите, может быть, что-то посоветуйте дельное. Просто привык работать либо Монолитом, либо Арсеналом. Самые, мне кажется, самые лучшие электроды были. Корона, принцесса и горы, Растаман везде все свое возьмет, что забудет, украдет. Но время летело, и солнце сгорело, Растаман везде все свое возьмет, что не дотлело, подожжет. И дыма тумана, и пара обмана, Растаман везде все свое возьмет, чтоб не пропало, он дохнет. Алоя, лаванда, решетка, баланда, Растаман везде все свое возьмет, что не свое, все на себя возьмет. Ты нужна мне больше ночей, огровенец слез моих, тебе звезды нашивки, летят с небес пошивки. Ой, ты зайдешь опять ко мне в дом, но меня давно не в нем. Правда, неправда, вкусно, как баланда. При покраске фанеры у меня сложилось небольшое мнение. Сейчас я вам просто расскажу и покажу. Вот эту краску мы купили за 500 рублей. Акватекс. Вот эта текурила, вот эта ведерко стоит 5000 рублей. Цвета, в принципе, одинаковые. Тут шоколад, тут палисандр. В шоколаде у нас покрашены реки.
фанера покрашена в палисандр. Ну а теперь что хочу сказать. Я визуально, даже вам на камеру покажу, эта камера не передаст, но визуально я отличия вообще не вижу. Единственное то, что посмотрим, как именно про эксплуатации. Если через год, через два с ней ничего не будет, а я вернусь к этому вопросу. Мне кажется, смысла переплачивать нету. Используем Wood Project. Вот так-то она выглядит. Она очень вязкая. По сравнению с Текурилой, небо и земля. Текурила очень жидкая. А по ценовому сегменту это дешевле на 1,5 рубля. Ну и я думаю, то, что качество, мне кажется, намного лучше. Ну и начался еще один день нашей саги. Никитос там подключает электрику. Че, как у тебя дела? Отлично. Скоро будет ярко и жарко. Да? Скоро тоже дверь превратится уже в нормальную коричневую. Ну и Катюха дорабатывает все полки. Грубо говоря, сейчас где-то местами подкрашиваем и покрываем лаком. Лак используем. Сейчас покажу. Вот такой тут мебельный лак. Самое главное, без запаха. Ну и тут у нас уже все по красоте, ребят. Все, товар уже на полочках. Тут витрины уже наполняются. Что будет там? Там будет, мне кажется, намного интереснее. Кстати, Никитос, расскажи, что ты тут за ленту такую придумал? Ну, что, для подсветки. 20-ваттный, 20-ваттнометр. Вот такой производитель. Срок годности непонятно. Срок годности? А хрен его знает, это же, блин, это. Сжигает будущее. Ну, кстати, пробовали подключать, светит огонь просто. Она своих денег отрабатывает. Кстати, сколько стоит, не помнишь? 360 рублей метр. 360 рублей метр, ребят, вот такая. Так, кто будет дверь красить? Ребят, что у нас получилось? Если видео такого формата вам заходит, обязательно не забудь подписаться, поставить колокольчик и прокомментировать. А я на этой ноте с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Пиво, и где одно пиво. Вот это? Давай, давай. Наверное, это мой рай.